Здравствуйте, друзья! Меня зовут процессор Дрон. И я вам расскажу сегодня о Вселенной, о городе роботов Машинариум. Главный герой этого фильма – это у нас маленький робот Вудбридж, который попал в беду. И моя задача – всячески ему помогать, чтобы он смог выбраться из всех ситуаций и найти девушку, которую у него похитили. Итак, поехали, друзья! Вудбриджа сейчас выбрасывает на свалку, и он оказывается разобранным и находится под ванной. Вудбридж, привет! Привет! Я под ванной! Толкни ее, и ты сможешь освободиться. Хорошо! Прикрути голову, Вудбридж. У меня получилось! Теперь этой мышке нужно отдать эту игрушку, и она принесет тебе ножку. Отдай игрушку робо-мыши. Хорошо! Молодец, отлично, теперь ты можешь ходить. Теперь забери магнит, он очень нам пригодится. Видишь катушку с нитью? Ее нужно снять. Теперь возьми магнит и свяжи ее с нитью. Отлично! Видишь ту штангу с краном? Согни ее. Закинь через нее магнит, и ты сможешь поймать в этом пруду свою левую руку. У нас получается, кто ты? Я твой процессор, зовут меня Дрон. Я буду помогать тебе выбираться из всех ситуаций. Спасибо! Вот и отлично, отправляемся в следующую локацию. Там будет блокпост и вход в город. Вудбридж, итак, ты в локации блокпост, это вход в город Машинариум. Ай! Какой грубиян! Коллега, давай опускай. Хорошо. Ай два левый. Вудбридж, твоя задача сейчас поднять конусы на краю пропасти. Под ними находится синяя краска. Нам нужно создать внешний вид, чтобы ты был похож на робота-полицейского, и робот-дозорный на вышке тебя пропустил. Видишь белую краску? Смешай с ней синюю, и она станет голубой. Теперь нужно покрасить твой конус в голубую краску. Наверху на фонаре находится лампочка. Тебе нужно сейчас ее выкрутить. Поднимайся наверх. Молодец. Отличный! Отличный голубой конус! Снимай нижнюю перекладину, ставь ее в инвентарь и потом переставляй выше себя. И таким образом ты сможешь забраться наверх и выкрутить лампочку. Отлично! У меня получается! Молодец, ты отлично справляешься, Вудбридж. Ты торопишься, Вудбридж? Коллега! Пропусти меня! Ты кто такой? Пошел вон отсюда! Роботам лишним не место в нашем городе! Вот видишь, Вудбридж, ты поторопился. А все почему? Нужно установить лампочку в конус, чтобы ты полностью стал похож на робота-полицейского. Не торопись, это нужно делать в инвентаре. Соедини конус с лампочкой и теперь снова надень на голову. И только после этого вызывай робота-полицейского. Коллега, пропусти меня в город! Привет, коллега! Мост опускаю. Ай-два! Вудбридж, будь осторожен, там в конце масляная лужа, которую предыдущий робот-полицейский перепрыгнул. Хорошо!
хорошо. Ай! Вудбридж, ты находишься на нижнем уровне входа в котельную, поэтому без паники. Поднимись наверх и забирай крючок, он пригодится нам. Видишь, наверху под телескопической штангой находится совок, он нам нужен. Под конусной башней пункт управления. Садись. Подключайся. Попробуй разные положения, и наиболее правильное, я думаю, будет А2. Включай А2, и ты установишь штангу как надо. Понял. Теперь мне нужно по штанге забраться наверх и забрать совок. Все правильно, Вудбридж. Я пополз. Давай, удачи тебе. Забираю совок. Ю! Правильно, Вудбридж. Сейчас ты проверишь, как ходит вагонетка. С помощью этой вагонетки нам нужно попасть в котельную. Я совок установлю на рельсы, и вагонетка перевернется. Правильно, Вудбридж. Мыслишь абсолютно правильно. Устанавливай совок. И теперь запускай вагонетку. Опа! Теперь пойди открути колеса и установи их на рельсы. Их! Это рано. Оп! Ух! Да, действительно рано. Установи сверху крючок на окончание перил, тем самым их продлив. Тогда, находясь на колесах, ты сможешь активировать рычаг и запустить вагонетку, которая втолкнет тебя в котельную. Хорошо. Ю-ху! Внимание, Вудбридж, ты находишься в котельной, и сейчас кто-то лезет из правого верхнего входа. Какой-то толстый и злой робот. Это толстый Булидж. Он что-то ворует. Это очень злой робот. Он всегда обижал меня в детстве и издевался надо мной. Спокойно, маленький Вудбридж. Не нервничай. Подождем, пока он заберет, что ему нужно, и уйдет. Находись здесь, чтобы он тебя не заметил. Он поднимается вверх, выход из этой локации справа сверху. Нам тоже нужно будет выбраться в этот выход. Да, я думаю, что через эту тележку мы будем с тобой выбираться. Замени тележку. И беги теперь вправо. Нужно забрать ключ у двери, он нам понадобится. Забирай ключ. Опа! Теперь открой щиток манипулятора. Нужно выставить правильные положения. Подожди, маленький Вудбридж, ты торопишься. Я же не сказал, какие положения тебе нужно выставить. А вось получится. Ай! Вот видишь, ты поторопился. Выставляй первое вниз, второе вверх и третье вниз. Это будет правильно. Попробуй еще раз. Нужно попасть на платформу сверху и открыть электрощиток. Молодец. Открываю. Там будут провода слева сверху, поменяй их местами, чтобы зациклить манипулятор по кругу. Меняю. Супер. Бинго! Теперь беги снова, запускай манипулятор и беги скорее в тележку, чтобы он тебя по кругу, вокруг печки, чтобы не поджарить твой пуканчик, выбросил в правый выход. Полетели! Это прихожая темницы. Будь осторожен. Два робота хотят сделать бомбу. Маленький Вудбридж. Это толстый Булидж.
и длинный втулич. Они в детстве издевались надо мной и устраивали мне гоп-стоп. Спокойно, без паники, Вудбридж. Ничего не бойся, мы выберемся с тобой из всех ситуаций. Спасибо. Они заметили меня. Попался. Ну вот, твое место в тюрьме. Осмотрись, маленький Вудбридж. Братан, дай закурить. Надо сделать ему сигарету. Возьми туалетную бумагу и ту зеленую траву. Забираю траву и заодно заберу этот вентиль. Он же нам понадобится, верно, Дрон? Да, маленький Вудбридж, молодец. Нам обязательно этот вентиль понадобится. Но теперь подумай, что нужно сделать дальше. Думаю. Я высушу эту траву на лампе. И в инвентаре соединю бумагу с травой и сделаю для этого заключенного сигарету. Молодец, маленький Вудбридж. Мыслишь абсолютно правильно. Создавай сигарету, но помни о том, что курить это вредно. Спасибо, братан! Забирай мою руку, она тебе поможет. Бери его руку и засовывай в эту норку. Заключенные испугались. Засовывай руку в следующую норку. Нам нужна крайняя камера слева. Там находится сейф. Попробуй еще раз. Злобная робомышь не дает тебе засунуть твою руку-манипулятор. Следующий попробуй норку. Видишь сейф? Там швабра на нем. Тряси его. Трясу! Теперь забери швабру, она нам понадобится. Швабру ты соединишь с вентилем и сделаешь ключ, и сможешь выбраться отсюда. Молодец, ты молодец, что отдал руку этому заключенному. Ты очень добрый, маленький Вудбридж. Да, я добрый и позитивен. Я собрал вентиль. Открывай люк. Йоху! Нам нужно вправо, маленький Вудбридж. Я хочу снова их напугать. Зачем тебе это нужно, маленький Вудбридж? Просто это очень забавно и смешно. Опа, здорово, пацаны! Ну что, напугал? Да, это было весело, я хочу еще раз. Опа, привет, я скоро вас освобожу. Я думаю, ты их не воодушевил, а вот точно до смерти напугал. Отправляйся в правую локацию. Хорошо. В крайней локации сейчас будет люк наверх, и там будет робот-охранник. Вудбридж, внимание, это локация с роботом-охранником. Нам нужно его обмануть, чтобы выбраться отсюда. Будь внимателен и осторожен. Я его знаю. Это робот Ржавый Пулич, очень глупый робот. Ну отлично, толкай табуретку. Теперь стащи шарики. Есть! Пока он пойдет набирать себе новых шариков, стащи у него ключ, он нам нужен. Готово! Теперь ждем. Он должен снова сесть на табуретку, и ты снова ее толкнешь. И повторишь всю эту комбинацию. Видишь пульт управления? Это электронный пульт управления электронными замками двух дверей. И мы сейчас будем пробовать их открывать. Толкай снова табуретку. Готово! Тащу шарики! Мне страшно! Не бойся, Вудбридж, мы справимся. Не заметит он тебя, не бойся. Я готов, побежал! Попробуй открыть один электронный замок. Открываю первый! Если мы ошиблись, ничего страшного, мы потом попробуем снова.
А ну-ка стоять! Стоять, я сказал! Возвращаемся назад. Заходим в камеры. Так вот, Бридж, мы открыли не тот электронный замок. Ржавый пульт швырнулся назад и отрубил пульт. Давай пробовать снова. Рассыпь шарики, молодец. Чтобы выиграть время, ржавый пульт должен подскользнуться. Теперь повторяй комбинацию снова, и мы откроем первый электронный замок двери, которая находится вверху. Отлично. Я пошел. Не поскользнись на шариках. Открываю. Открываю верхний замок. Теперь ждем, маленький Вудбридж, осторожно. Теперь снова повторяй эту комбинацию. Иди, ржавый пулиш, погуляй. Опа. Шарики. Теперь аккуратно, главное, чтобы он тебя не заметил. Я его уже не боюсь. Открываю дверь слева. Теперь мы выиграли время. Ржавый пулиш подскользнется, и заключенные смогут убежать. Правильно, маленький Вудбридж. И мы сможем выбраться. Мы выиграли себе время. Бежим, братан, бежим! А ну стоять! Я вас догоню! Супер, маленький Вудбридж, мы справились. Надо выбираться, маленький Вудбридж. Ну вот, не рой другому яму, и сам в нее попадешь. Да, это правильная поговорка. Заходи во вторую камеру, и нам нужно забрать вантус, который прикреплен кверху. Забрал. Теперь отправляйся к крайней камере слева. Нужно набрать пароль, и мы сможем зайти. Какой же тут пароль? Набирай код 4:45. Спасибо, процессор дрон. Не спеши. Бинго! Теперь нужно открыть сейф. Там очень нужный нам предмет. Так, я думаю, что нужно зеленые точки все поместить в центр. Все правильно. Не торопись, работай спокойно. Это несложная головоломка для тебя. Еще чуть-чуть. Бинго! Забирай пистолет и соедини его в инвентаре с вантусом. И у тебя получится пистолет с присоской на веревочке. Сделано! Иду в правую локацию. Иди наверх, маленький Вудбридж. Комната с телескопом. Пусто! Хочется. Вудбридж, иди посмотри в телескоп. Вдруг увидишь что-то важное для нас. Там толстый Вудбридж и длинный Вудбридж. Да, Вудбридж. Толстый Вудбридж с бомбой на спине ползет на башню, а длинный Вудбридж стоит на шухере. Это бомба, это ужасно. Правильно, маленький Вудбридж. Нам предстоит с тобой эту бомбу разминировать и спасти город Машинариум. Мы спасем город. Отправляйся в следующую локацию. Тушите свет, я так расстроен. Эта локация — водоканал. Видишь справа собачку? Ее нужно поймать и отдать даме с зонтиком. Возьми у нее квест. Привет, дама! Привет, маленький Вудбридж! Мне нужен зонтик!
Мне нужна моя собачка. Хорошо, я ее достану вам. Так, Вудбридж, бери эти контейнеры и толкай влево. Там был магнит, его нужно активировать и снять верхний контейнер. Чтобы мы с тобой могли забраться наверх в пульт управления масленкой и приманить собачку, тем самым поймав ее. Тяжело! Ох, тяжело! Ничего, ты справишься. Ты крепкий малый, маленький Вудбридж. Да, я крепкий. Активирую пульт магнита. Да, здесь не спеши. Это довольно несложная для тебя головоломка. Главное, оставляй себе запас в одну клетку. Не торопись, и у тебя все получится. Ты заблокировал себе одну клетку. Не торопись, Вудбридж. Хорошо, процессор дрон. В этот раз у меня получится. Я уже понял, какая нужна комбинация. Молодец. Супер. Теперь активируй магнит. Готово. Поднимаю контейнер. Ты отлично справился. Толкаю контейнер теперь к пульту управления. Эть. Вудбридж, теперь поднимайся в пульт управления. Там нужно будет выставить стрелочки вправо по диагонали. Понял? Ползу. Какое удобное кресло! Устанавливаю стрелочку вправо по диагонали. Правильно, Вудбридж. И теперь активируй пульт. Масленку вправо. И накапай немного масла, чтобы приманить собачку. И у тебя совсем немного времени, чтобы спуститься вниз и прицельным выстрелом с помощью пистолета с вантусом поймать присоской собачку. И нужно отдать ее даме. Целюсь и стреляю. Прости меня, собачка. Чпок. Я поймал ее. Теперь отдай ее даме. Дама отдаст тебе зонтик, и ты сможешь пройти под водопадом воды из прорвавшейся трубы. Ну, теперь открывай зонтик и отправляйся в следующую локацию. Следующая локация, маленький Вудбридж, будет гораздо сложнее. Но мы же справимся вместе, процессор-дрон. Конечно, справимся. Я помогу тебе выбраться абсолютно из любой ситуации. Спасибо! Итак, локация с музыкантами. Отправляйся в бар и изучи обстановку. Я заметил этих бандитов, они играют в карты. Займешься ими позднее. Забираю ленту, она же нам пригодится. Все правильно, Вудбридж. Мне кажется, бочка нужна одному из музыкантов. Пошел вон! Какой злой бармен! Я беру квест у музыкантов. Этому нужен барабан. А этому нужны клавиши от саксофона. Там что-то сидит, это робо-мышь.
Да, маленький Вудбридж, в трубе сидит робомыша. Для этого понадобится кот, но за ним пойдем позднее. Тогда я соберу мух на эту ленту и натравлю на бармена. Тем самым я отвлеку его и заберу бочку. Супер! Супер, маленький Вудбридж. Мыслишь абсолютно правильно. Получай, злой бармен! Кыш, кыш, кыш! Кыш! Я тащу бочку! Тяжелая! Держи, дружище! Так, смотри, Вудбридж, сейчас злая дама сбросит вниз один горшок. А нам еще понадобится горшок с цветком и радио, которое у нее там стоит. Это очень нужные предметы для дальнейшего прохождения. Понял, хорошо. Теперь я пойду к Шашкину, робот-шахматист. Да, тебе нужно обыграть его, маленький Вудбридж. Ты хорошо играешь в эту игру? Да, я был чемпионом своего двора. Ну супер, я в тебе уверен. Теперь спокойно обыграй его. Я легко его обыграю и покажу два варианта победы. Ну супер. Робот-шахматист использует клавиши саксофона вместе с болтиками, а я играю гайками. Все правильно. Если ты его обыграешь, он разозлится и ударит по доске. И все клавиши саксофона рассыпятся, и ты сможешь их собрать и отдать музыканту. Тем самым мы с тобой выполним этот квест. Я победил его! А вот еще один вариант победы. Теперь собирай клавиши. Посмотри, одна клавиша находится на иллюминаторе двери. Я вижу. Все собираю. Забираю последнюю клавишу. Комплект. Теперь мы с тобой отправимся за котом на самую верхнюю локацию. Это главная площадь машинариума. Мы сюда вернемся позднее, сейчас она нам не нужна. Я отправляюсь выше. Это робот Электрич. Видишь наверху кота? Нам нужно его поймать. Поднимаюсь наверх, попробую поймать. У меня не получилось, он убежал. Попробуй выключить розетку. Робот-электрич отвернулся. Тащи скорее за шнур. Тащу. Отлично. Теперь робот-электрич переставит свою стремянку, и мы с той позиции сможем загнать кота туда, куда нам нужно. Теперь открой электрощиток. Достань оттуда одну электроплату. Нам нужно решить с тобой эту головоломку. Смотри, робо-попугай утащил у тебя одну электроплату. Но ничего, мы им займемся попозже. Теперь реши эту головоломку. Хорошо, я сейчас ее решу. Когда ты решишь эту головоломку, ты получишь доступ к электричеству. Он нам очень необходим. Нужно будет обхитрить робо-попугая, забрать у него электроплату. Шнур нужно привязать к перилам и пустить туда ток,
Чтобы загнать туда кота, он получит электроудар и будет парализован. И в этот момент ты сможешь его поймать. Для того, чтобы выполнить квест с трубой, в которой сидит робомышь. Хорошо. Я собрал. Молодец. Смотри, робо-попугай повторяет за тобой все твои движения. Иди влево. Теперь раскачивай его вверх-вниз, чтобы он оборвал провод. Нам нужно привязать его к перилам. Их! 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 Давай еще. Супер! Робо-попугай потерял электроплату, забирай ее. И привяжи провод к перилам. Понял. Платочку забрал. Привязываю провод. Теперь вставь электроплату и пусти ток. Открываю электрощиток и вставляю плату. Есть контакт! Перила под током. Теперь отправляйся на пугай кота. Дерни его за хвост. Готово! Теперь кот парализован электричеством. Тебе нужно спуститься вниз. Обязательно электричество на мгновение обесточить, чтобы кот упал вниз. И пока он находится под воздействием удара электрошока, ты сможешь забрать его. Понял, хорошо. Отключаю электричество. Бинго! Кот наш, забирай его. Отправляйся теперь к музыкантам. И нам нужно с помощью кота из трубы выгнать робомышь, чтобы музыкант мог играть на этой трубе. И тогда злая дама сбросит вниз все, что нам необходимо. Понял, бегу скорее. Эх! Так, что там у нас? Запускаю кота. Отлично, Вудбридж. Теперь, когда музыкант заиграет, дама сбросит горшок с растением, которое очень нам нужно для прохождения этой игры. Растение наше, забирай его. Теперь отдай клавиши музыканту саксофоном. Он заиграет, и дама сбросит вниз радио. Радио разбилось. Ничего страшного, наверху есть динамик на главной площади. Мы его возьмем, починим радио, и оно очень нам пригодится для прохождения игры. Забираю радио и выбрасываю динамик. Иду в следующую локацию. Отправляйся, маленький Вудбридж, в следующую локацию. Ты сейчас идешь на главную площадь. На башне с часами есть записки, прочитай ее. Читаю записку. Да не эту, другую. Хорошо. 7 часов знак бесконечности. Монашка тоже говорит про бесконечность. Возьми рычаг управления часами. Не разбивай лампочки, это нехорошо. Забрал рычаг. Монашка загораживает собой записку, поэтому установи рычаг управления часами и поставь время 7 часов знак бесконечности. И монашка уйдет в храм. Выставляю.
Когда оно уйдет, беги скорее, читай вторую записку. Принял. Монашка ушла. Я читаю вторую записку. Закорючка на 6 часов. Выставляй теперь это время на часах. Видишь, там пастырь на балконе? Робопастырь уйдет в храм, когда ты выставишь эту комбинацию. У нас получилось! Робопастырь уходит, балкон свободен! Теперь тебе нужно пойти, маленький Вудбридж, и открутить динамик, чтобы починить магнитофон. Нам очень нужен этот магнитофон. Ты же хочешь справиться с бандитами? Очень хочу! Бегу скорее, бегу! Откручиваю динамик. Динамик наш, супер! Молодец, маленький Вудбридж. А что это за автомат? Батарейки за монеты. Он понадобится нам позже. Их! Чиню радио. В инвентаре соединяю динамик с радио. Ура! Радио починено! Видишь железного Феликса на инвалидной коляске? Возьми у него квест с масленкой. Он просит принести ему масло. Все правильно, Вудбридж. Ты принесешь ему в масленке масло, он сможет смазать свою коляску и отъедет в сторону. А нам это очень необходимо, потому что он загораживает вход в канализацию. Понял. Я отправляюсь туда, где в самом начале подскользнулся на луже с маслом. И там наполню эту масленку. Правильно, Вудбридж. Вот эта лужа. Наполняю масленку. Все правильно, наполняй масленку и отнеси железному Феликсу на инвалидном кресле. Он смажет свое кресло, которое у него заржавело, поэтому он не может двигаться, и он отъедет в сторону и освободит нам вход в канализацию. Бегу, скорее бегу! А что будет потом? Он попросит тебя принести подсолнечного масла, чтобы смазать коленку. Но к этому мы с тобой вернемся попозже. А сейчас ты уже заканчиваешь эту локацию, заканчиваешь этот квест. Супер! Держи, железный Феликс! Вход в канализацию свободен! Отправляю в следующую локацию. И квест получил с подсолнечным маслом. Молодец, молодец, маленький Вудбридж. Отправляйся в канализацию, маленький Вудбридж. Это робот Ключтридж, который должен тебе помочь. Все правильно, этот резервуар нужно открутить внизу, чтобы он вылился вниз. Но для этого тебе нужно найти 3 ключа. Правильно, здесь находится первый ключ. Для него нужен стальной крючок. А вот и бандиты. Если ты пустишь воду, ты сможешь окончательно их нейтрализовать. Они заржавеют и больше тебе не помешают. Отлично! Привет! Поможешь мне открутить этот болт? Не могу! Пришел длинный Втулич и забрал мой патефон. И у меня теперь депрессия. И без музыки я не могу и ничего не хочу делать. Мне очень грустно. Но мне очень нужна твоя помощь. Я помогу тебе с музыкой. Будет тебе музыка, будет, бро. Вудбридж, открой шкафчик. Там находится справочник. Как раз по сантехнике и резервуару. Пролистай его до конца, и в этой книжке будет тайник. Там будет находиться еще один ключ. Бинго! Забираю ключ!
забирай третий ключ. Смотри, робот Ключтридж тебе говорит, что нужно перекрыть в воду верхний резервуар на главной площади, чтобы он перестал наполняться водой. Для этого тебе нужно три ключа. Забирай третий ключ и забирай стальной крючок. Теперь отправляйся к сливному отверстию, и с помощью стального крючка ты сможешь достать последний недостающий ключ. Понял, хорошо. Не торопись. И самое главное, не урони ключ. Понял. Бинго, у нас комплект. Теперь отправляйся к системе труб. Расположи ключи таким образом, чтобы на трубе, на которой изображена стрелочка, была вода перекрыта. И тогда в резервуар наверху на главной площади перестанет поступать вода. Теперь иди к своему новому другу, Ключтриджу. Бро, помоги мне, пожалуйста. Я помогу тебе с музыкой. Мне очень-очень нужна твоя помощь, чтобы нейтрализовать бандитов. Помоги мне. У меня была девушка, я очень ее люблю. Ее зовут Картридж. Когда меня избили и выбросили на свалку, ее похитили у меня. Я не знаю, где она находится, мне нужно найти. Найти и освободить ее. Помоги мне, пожалуйста, бро. Мы любим друг друга, мы любим купаться в масле. Мы постоянно проводили время вместе. Я полностью подготовился. Держи музыку, бро, держи. Спасибо большое. Давай нейтрализуем бандитов. Теперь я помогу тебе. Теперь нет у меня депрессии. Я снова свободен. Пошли, бро. Открутим эту контрагайку и выльем вниз резервуар. И это затопит бандитов. Пошли, бро. Я готов крутить. Кручу-верчу, залить хочу. Это что такое? Откуда вода? Откуда вода? Вот видишь, маленький Вудбридж, ты полностью справился с этой задачей. Ты молодец. Бандиты теперь заржавели и полностью нейтрализованы, и не смогут тебе помешать. Ключтридж стал свободен, и теперь никто не сможет отобрать у него любимую музыку. Отправляйся в следующую локацию. Спасибо, процессор дрон. Бассейн с водой пуст, маленький Вудбридж. Полезай туда, и ты снова попадешь в канализацию. Нам нужно выбраться с тобой на край города Машинариум. Молодец, открывай вентиль. Опа! Эй! Супер! Дусь! Нажми на кнопку. Поздравляю тебя, Вудбридж. Ты нашел свою девушку Картридж. Милая, любимая, привет, моя дорогая. Ой, привет, Вудбридж. Ты нашел меня. Они похитили меня и посадили на эту кухню в рабство. Вручили мне половник и заставили для них готовить. Мне было очень одиноко без тебя. И страшно. Освободи меня, мой милый Вудбридж. Любимая Картридж, у меня есть процессор-дрон, который нам будет помогать. Дрон, что мне делать? Пусть она возьмет кукурузу. Взяла. Правильно. Теперь пусть уберет кастрюлю с плиты. Оп! Готово. Теперь пусть положит кукурузу на плиту. Попкорн! В твоей локации, Вудбридж, есть кочерга. И сейчас попкорн собьет ее. Эту кочергу нужно отдать твоей любимой Картридж. Понял, спасибо тебе, дружище. А что делать дальше? Передавай кочергу. Мила, я сейчас тебе отдам кочергу.
Процессор дрон всегда помогает мне. Слушай, что он будет говорить, и у нас все получится. Передаю тебе кочергу, милая. Картридж бери кочергу и забирайся на кастрюлю. Видишь наверху кондиционер? Вижу. Открой его с помощью кочерги. Открываю. Молодец. Теперь замороженный шланг достань из кондиционера этой кочергой. Достаю. Умница. А дальше что? Теперь возьми эту кастрюлю и снова поставь ее на плиту. Я нашла топливо. Правильно, соображаешь. Ставлю кастрюлю. Ух, тяжелая. Ставь кастрюлю и положи в нее резиновый замороженный шланг. Сейчас он оттает, и мы используем его. Нужно заправить рельсовый лифт Вудбриджа, чтобы он смог отправиться наверх в оранжерею. Умница, забирай размороженный шланг и подсоедини его к топливоприемнику, который ты нашла. Правильно, втыкай в топливный кран. И передай теперь Вудбриджу. Держи шланг, Вудбридж. Спасибо, милая. Пожалуйста. Сейчас я вставлю шланг, и нужно заправиться. Давай топливо. Даю. Хватит, бак полный. Спасибо, любовь моя. Заводи двигатель, Вудбридж. Мы скоро вернемся за твоей любимой. Попрощайся с ней. Милая, я скоро вернусь. Люблю тебя, я вернусь. Возвращайся скорее. Я буду ждать. Будь осторожнее. Я очень расстроен, мне очень грустно. Я не хочу уезжать. Я хочу вызволить мою любимую картридж. Вудбридж, дружище, сосредоточься. Тебе нужно решить эту головоломку. Мы вернемся за твоей любимой девушкой. Сейчас задача тебе поднять платформу наверх. Реши эту головоломку и нажми старт рельсового лифта вверх. Нам нужно найти вход в оранжерею. Это следующая локация. Чем быстрее мы выполним все задания, тем быстрее ты вернешься за своей девушкой. И обещаю тебе, Вудбридж, вместе сможем ее вызволить. Нажимай рычаг вверх, молодец. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это локация с роботом-кондиционером. Ты должен разговаривать с ним и разозлить его, потому что вентилятор закрывает вход в оранжерею. Старайся отвечать на его вопросы неправильно. Я что-то делаю не так. Я отвечаю правильно, и он снова засыпает. Да, Вудбридж, попробуй еще раз, не расстраивайся. Старайся отвечать неправильно. Тогда робот-кондиционер будет злиться. Я думаю, что вентилятор у него выскочит. Правильно, Вудбридж, молодец. Пробую еще раз. Что-то отвалилось. Он начинает злиться, он начинает очень злиться. Пригнись, Вудбридж, пригнись. Ух ты! Пронесло. Ты выполнил задачу, теперь полезай в оранжерею. Ура, мы достигли новой локации оранжереи. Спасибо тебе, процессор дрон. Теперь ты в новой локации. Соберись, у нас еще будет много заданий. Я справлюсь. Итак, маленький Вудбридж, ты в оранжерее. Соберись. Да, это пульт управления электричеством в этой комнате. Забирай слайды. Собираю. Они пригодятся, я уверен. Еще вот эта странная палочка тоже пригодится. Правильно мыслишь, Вудбридж. Не торопись, здесь нужно внимательно осмотреться. Мне кажется, в этой лысой бабайке что-то лежит. Я тоже так думаю. Мы скоро разберемся, что именно,
Я думаю, что нам это очень пригодится, чтобы выйти отсюда. Я думаю, что сейчас в горшок я посажу наше растение. Правильно, Вудридж. Потом нужно активировать ускоренный синтез, и мы мгновенно его вырастим. Тогда я снова иду к пульту управления, здесь головоломки. Правильно, постарайся решить головоломки, и тогда мы сможем активировать электричество в этой комнате и запустить ускоренный фотосинтез. Я справлюсь. Я чемпион по головоломкам. Я надеюсь, Вудридж. Не торопись, сосредоточься. У меня все получается. Конечно, получится, ты же чемпион. Так, я буду внимательнее. Торопиться нельзя. Быстрота хороша при ловле блох. Правильно, Вудридж. А блох тут нет, поэтому не торопись. Пятая задача. Еще две задачи, и пульт управления полностью под нашим контролем. Сейчас, я уже совсем скоро закончу. Вот и все, бинго! Пульт под нашим управлением. Запускаю фотосинтез. Посмотри, что там у нас выросло, Вудридж. Это подсолнух, в нем семечки. Правильно, иди забирай семечки. Потряси его. А из семечек мы сделаем подсолнечное масло для железного Феликса. Именно так. Я хочу оживить все эти растения. Попробуй. Вполне возможно, что это очень здравая мысль. Приступаю. На меня снова нахлынули грустные воспоминания. Когда я гулял рядом с озером с моей любимой картридж. Напоминаю тебе, Вудридж, что курение это очень вредно. Я знаю. Оживляй все растения и посмотрим, что из этого получится. Тут просто выросли листья. Давай следующее дерево. Нам нужно посмотреть, что лежит внутри лысой бабайки. Там явно необходимый для нас предмет. Запускаю. Лысая бабайка открылась. Ну тогда бегом туда и посмотри, что в ней. Ёшкин кот! Ё-моё, она кусается! Ставь ей палку, и она не сможет закрыть рот. Супер! Там увеличительная линза. Я думаю, что это для проектора. Правильно, Вудридж. Теперь твоя задача вставить слайды и установить линзу на проектор. Подать питание электричества на проектор, и мы сможем с тобой посмотреть слайды. Возможно, здесь кроется загадка, которая поможет нам выйти из оранжереи в следующую локацию. Я все установил, подаю электричество, и сейчас будем смотреть слайды. Супер, приступай. Возьми переключатель и щелкай слайды один за другим, чтобы понять, какая головоломка нам предстоит.
Что думаешь, Вудридж? Я думаю, что это бабочка и есть кот. Так и есть. Я постараюсь повторить рисунок бабочки, и тогда смогу открыть эту дверь. Правильно, Вудридж. Не торопись. Почти получилось. Бинго! Иду в следующую локацию. Вижу робота-охранника. Нет, сейчас займись масленкой. Установи масленку. Это маслодавильня. Разомнись. Хорошенько разомнись. Кладу семечки и делаю зарядку. Сейчас буду давить масло для железного Феликса. Рыть! Опа! Рыть! Я готов! Приступай! Ай-два! Готово! Миссия выполнена. Забирай масленку с маслом и иди к роботу-охраннику. Он загораживает собой вход в шахту лифта этой башни. Нам очень нужно туда попасть. Робот-охранник мне говорит, что ему нужна батарейка. Правильно. Мы сейчас к этому вернемся. Не спеши, спускайся вниз. Робот-охранник, я скоро приду. Опа! Теперь поднимайся наверх к железному Феликсу. Понял? Отдай ему подсолнечное масло в масленке. Держи, Феликс, вот твое масло. Теперь ты сможешь ходить, дружище. Забери эту ленту, Вудридж, она пригодится. Забираю. Он мне что-то дал. Он тебе дал входной билет в игровой зал. Теперь тебе нужно прийти к игровому залу и войти в него. Там мы сможем получить монеты, которые сможем обменять на батарейки в том автомате. Я помню! Электридж, бро, прости, что я все запутал тебе. Идем в следующую локацию. Вудридж, используй билет и входи в игровые автоматы. Отлично! Ты в новой локации, осмотрись. Видишь динамо-машину? Там стоит рычаг на цифре 1, значит, это первый игровой автомат. Я понял, мне нужно залезть на динамо-машину и зарядить первый автомат электрическим током. Давай, садись и крути педали. Супер! Теперь тебе нужно пройти первую игру, набить там 1000 очков и получить первую монету, на которую мы сможем потом поменять батарейки. Справишься? Я чемпион района по этой игре! Сейчас всех тут завалю! Молодец, Вудридж, отличное начало! Я же говорил, что я чемпион! Сейчас устрою здесь полный газмяс! Спорим на канистру масла? Я не потеряю здесь ни одной жизни! Прикольно, Вудридж, спорим? Здесь есть 3 жизни. Спор начался, приступай. Ты проспорил канистру масла, процессор дрон. Ты смотри-ка, действительно. Осталось 250 очков, а ты не потерял еще ни одной жизни. То ли еще будет?
Да, кажется, я проспорил канистру масла. Молодец, Вудридж. Забирай монету. Она нам нужна для обмена на батарейку. Забрал! Есть одна монета. Включай рычаг в положение на цифру 2 и активируй второй автомат. Кручу педали, кручу и верчу. Супер. Там будут головоломки. Справишься с ними? А по головоломкам я чемпион города. Будем спорить на канистру масла? Нет, Вудридж, я тебе уже охотно верю. Боюсь проспорить вторую канистру. Я тебе такое подарю, мне не жалко. Спасибо, процессор дрон. Ты молодец, у тебя хорошо получается. Я выиграл много чемпионатов. Осталось совсем немножко. Ура! Мы выиграли последнюю монету! Молодец, Вудридж. Теперь у нас есть две монеты, чтобы обменять их на две батарейки. С помощью ленты ты их свяжешь в одну, и получится большая батарейка, которую ты сможешь отдать роботу-охраннику. Я попробую запустить третий автомат. Попробуй. Может, из этого чудельное получится. Он сломался. Ну ничего страшного, особенно он нам с тобой не нужен. Самое главное, что две монеты у нас уже есть, и мы их получили. Отправляйся теперь на главную площадь к торговому автомату. И сейчас произведи там обмен монеты на батарейки. Понял, хорошо. Иду менять монеты на батарейки. Раз монетка, раз батарейка. Два монетка, два батарейка. Теперь я связываю их в одну с помощью ленты. Молодец, Вудридж, все правильно. Спускайся вниз и снова залезай в резервуар, в котором была вода. Опа! Снова открывай вентиль и выбирайся наружу. Там снова попадешь на рельсовый лифт. Я скоро увижу свой картридж снова. Да, маленький Вудридж. Снова нажимай на кнопку. Поехали! Йо-ху! Я так волнуюсь. Милая, привет, это снова я. Привет, мой милый Вудридж. Мне нужно заправиться. Очень скоро я вернусь за тобой и освобожу тебя, любимая. Держи шланг. Качай топливо. Качаю. Готово! Забирай шланг! Милая, я поехал, скоро вернусь! Жму рычаг вверх, ничего не получается! Милый, ты забыл завести двигатель! Не волнуйся, соберись, я жду! Точно!
Милый, жди, я скоро. На старт. Вудридж, полезай снова в оранжерею и сразу же беги насквозь нее, там дверь открыта, к роботу-охраннику. И отдай ему батарейку. Бегу к роботу-охраннику. Робот-охранник, это снова я. Я же обещал, что я приду. Держи батарейку, бро. Спасибо тебе. Теперь ты можешь пройти в шахту лифта. Маленький Вудридж, благодарю тебя. Я снова счастлив. У меня тоже есть моя вторая половинка. Я очень ее люблю, и мне нужно ее освободить. Мы раньше играли в пинбол и постоянно смеялись. Это было так весело. Стреляли в друг друга красящими шариками. Вудридж, открывай дверь и отправляйся в лифт. Иду в следующую локацию. Я в лифте. Вудридж, ты в лифте. Наскреби немного земли и рассыпь на пол. Прибежит робот-уборщик. Потряси его хорошенько и забери лампочку. Она нам нужна. Отдай лампочку. Спасибо. Теперь посмотри, что нарисовано на стене. Поднимись наверх. Да-да, этот механизм запускает лифт наверх башни. Вытягивайся и посмотри, что под листиком. Звезда. Я в этом устройстве включаю лампочку сверху справа. И рисую с помощью лампочек звезду. И тем самым смогу запустить лифт и отправить его на верхний этаж. Все правильно, Вудридж. Действуй. Рисуй звезду, не торопись. Супер, у тебя получилось с первого раза. Отправляйся наверх. Мы достигли верха. Выходи из лифта, и ты попадешь в главный холл башни. Я в новой локации. Надо внимательно осмотреться. Молодец, Вудридж, ты быстро учишься. Нам понадобится этот мощный робот-пылесос. Подойди к выключателю слева и попробуй его активировать. Не получается! Попробуй поговорить с этим роботом. Этот робот рассказывает тебе историю, как он остался один на планете, и на Пепелаце прилетели два робота полицейского, его случайно обнаружили, установили там свой флаг, его забрали и улетели. Какие выводы нужно из этого сделать, маленький Вудридж? Я думаю, что на крыше этой башни есть Пепелац. Этот самый Пепелац. И мы сможем на нем с нашей любимой картридж улететь. Правильно, Вудридж, ты абсолютно прав. На крыше здания есть Пепелац, и ты сможешь с любимой улететь на нем. Я пробую еще раз. Ничего не получается. Давай пройдем мини-игру, и она даст нам подсказку. Пробуй. Немножко осталось. Постреляем паучков и дойдем до замочной скважины. Правильно, Вудридж. Книга откроется, и будет нам подсказка по этому уровню. А вот и подсказка. Смотри внимательно, что нужно нам сделать. Я все понял. Нам нужно включить электричество. Правильно, Вудридж. Но сначала зайди в туалет и осмотрись. Я вижу ножницы. И вижу унитаз.
туалетную бумагу. Большой рулон. Правильно, Вудбридж. А вот и наша бомба, которую нам нужно срочно обезвредить. Таким образом, ножницы я не достану. Включай электричество. Молодец. Теперь беги к пульту управления роботом. Отправляй его в туалет. Там ты сможешь забраться на него и забрать ножницы. Беги скорее. Нам нужны эти ножницы для прохождения этого уровня. Забираюсь на пылесос и забираю ножницы. Бинго! Теперь возвращайся к пульту управления. И снова поставь робот-пылесос под эту люстру. Понял? Два раза вверх. Еще разок. Молодец. Теперь я отключаю электричество. Отрежу ножницами провод с люстрой. Нам нужно сделать буксир, правильно? Молодец, Вудбридж, соображаешь? Бинго, я забираю люстру. Теперь подумай, куда нужно применить нам эту люстру вместе с проводом. Сюда не подходит. Сюда тоже не подходит. Подумай хорошенько. Я понял. Я загоню робот-пылесос снова в туалет. Правильно, Вудбридж, молодец. Беги скорей. Ты вначале правильно все сказал. Ты хочешь сделать из робота-пылесос буксир. Присоединяй теперь люстру к роботу-пылесосу. Я привязываю шнур. Молодец, теперь доставай люстру. И тебе нужно ее установить на унитаз, чтобы использовать робот-пылесос как буксир и вырвать этот унитаз из креплений. Я снова бегу к пульту управления. Надеюсь, мощности робота-пылесоса хватит, чтобы справиться с унитазом. Он достаточно мощный, он должен справиться. Бинго! Судя по пыли, у нас получилось. Теперь на бумаге спускайся вниз, но будь осторожен. Очень большая высота. Осторожнее, Вудбридж. Раскачивайся и цепляйся за бомбу, но ни в коем случае не выпускай туалетную бумагу из рук. Понял? Опля! Тут все так сложно, мне очень страшно. Затикало время. Вудбридж, действуй быстрее. Ты очень ограничен по времени. Тебе нужно подобрать код из этих электронных свечей и остановить этот механизм. Тем самым ты обезвредишь эту бомбу и спасешь город Машинариум. Я стараюсь. Хорошенько подумай, пробуй разные комбинации. У тебя обязательно получится. Бинго! Бомба обезврежена! Ура! Город спасен! Молодец, Вудбридж, я тобой горжусь. Чувствуешь себя героем? Нет, я хочу спасти свою любимую картридж. Ну тогда немедли и отправляйся вверх по лестнице из холла в кабинет мегамозга. Очень скоро мы спасем твою любимую. Иду в новую локацию. Вудбридж, ты идешь в комнату мегамозга на вершине башни. Внимательно здесь осмотрись. Мегамозг тяжело болен. Слева находится радио и сейф. Нам нужен сейф. Снова головоломки. В сейфе лежит очень необходимая нам вещь. К радио вернемся попозже. Сможешь это открыть? Я приложу все усилия и справлюсь с этими головоломками.
Я все-таки чемпион, и я не сдамся. Молодец, Вудбридж. В этом сейфе лежит очень важный кабель, чтобы ты мог подключиться к мегамозгу. У него есть поврежденные участки его нейронов, и, соответственно, ты сможешь его починить. А когда ты починишь мегамозг, я думаю, что он подскажет, как тебе спуститься на самый нижний этаж, чтобы освободить твою замечательную, любимую девушку картридж. Я стараюсь, процессор-дрон. Сейчас я решу эти головоломки. Немного терпения. Одна готова. Бинго! Давай, дружище, теперь решай вторую. Ты молодец, очень быстро справился. Я вижу, что эта головоломка гораздо сложнее. И тем не менее, я постараюсь справиться и с ней. Никакая головоломка не сможет помешать мне встретиться с моей любимой. Не торопись, Вудбридж, сосредоточься. Супер! Я забираю кабель! Молодец, Вудбридж. Теперь подключайся к мегамозгу. Сейчас мы узнаем, в чем причина его заболевания. Подключился! Ох, меня тряхануло! Так, у него много маленьких, красненьких паразитов-роботов. Это поврежденные нейроны, их нужно удалить. Видишь пистолет? Он нам понадобится. Без оружия тебе не справиться. Пистолет находится под дверью. Правильно, Вудбридж. Тебе нужно срочно найти ключ и открыть эту дверь. И тогда ты здесь будешь вооружен и сможешь осторожно истребить все нейроны-паразиты. Бинго, ключ со мной! Действуй осторожно, у тебя всего 5 жизней. Не волнуйся, процессор-дрон! Я чемпион по таким играм. Я тебе охотно верю, и на канистру масла все-таки с тобой спорить не буду. И все-таки действуй осторожно. Их очень много. Ты один, а их 40. Ну все, пошла жара. Я супер Рэмбо! Да, ты действительно супер, Вудбридж. Но не забывай брать аптечки. Они мне практически не понадобятся, я быстро справлюсь. Тяжелый, сложный лабиринт. В лабиринте, маленький Вудбридж, действуй по правилу Буравчика. Двигайся постоянно по часовой стрелке, и рано или поздно найдется выход.
Тебе осталось уничтожить еще 30 нейронов-паразитов. Молодец, даже от пульки убежал. Ты просто спецназер, маленький Вудбридж. Я стараюсь. Было волнительно. Одного забыл там слева. Да-да, бегу. Заодно подлечусь. Осторожней, осторожней, Вудбридж. Ну, ты раздухарился. Я хочу побыстрее встретиться с Картридж. Молодец, их осталось всего трое. Супер, Вудбридж, остался последний. Да, сейчас быстренько найду его. Он один ничего не сможет со мной сделать. А вот и он. Бинго! Игра пройдена. Что со мной было? Маленький Вудбридж, ты спас меня, спасибо тебе. Я хочу спасти мою принцессу, Картридж. Не расстраивайся, я помогу тебе. Восьмиконечная звезда в лифте отправит тебя на нижний уровень. Держи лампочку, дружище. Спасибо, что вылечил меня. Не за что. А вот и Пепелац. Правильно, Вудбридж, молодец, ты нашел его. На нем вы и улетите со своей Картридж. Беги скорее в лифт и сделай все, что сказал тебе Мегамозг. Я в лифте! Нужно вставить лампочку и нарисовать восьмиконечную звезду. Но что делать дальше? Предлагаю пройти мини-игру. Давай попробуй. Осторожнее. Осталось чуть-чуть.
Посмотрим, какая будет подсказка. Что нас ждет на нижнем уровне? Что нужно сделать? Так, смотри, Вудбридж. Очень важно. В этом лифте есть сейф. Для сейфа нужен ключ. В сейфе лежит что-то очень важное. Без этого предмета мы не сможем спасти картридж. Я думаю, что ключ к этому сейфу находится на нижнем уровне. Включаю устройство, рисую восьмиконечную звезду и отправляемся на самый нижний уровень. На минус один. Не торопись, ты совсем немножко ошибся. Сейчас, все получится. Рисуй, как рисовал в начале. А, все, я понял. Ну давай, последний штрих. Опа! Бинго! Скоростной лифт, он быстро достигнет первого уровня. Выходи из лифта и нужно осмотреться. Посмотри, справа находится иллюминатор, за ним находится ключ. Возьми молот и разбей стекло, тогда ты сможешь забрать этот ключ. Забираю ключ, отлично! Теперь пойду в сейф и открою его в лифте. Давай, Вудридж, действуй. А потом мы подумаем, как разбить этот замок и слить бандитов в сточную канаву. Есть, открываю! Какой-то странный баллончик со снежинкой. Теперь давай думать, что мы будем делать с этим замком. Я попробую ударить и расколоть его молотом. Ничего не получается, это каленый металл. Ничего страшного, я думаю, что нужно использовать баллончик с заморозкой. Скорее всего, это азот. Молодец. А теперь ты спокойно сможешь молотом разбить этот замок и слить бандитов в сточную канаву. Прощайте, ребятки! Картридж, я бегу к тебе, любимая! Любимая, привет! Ура! Дождалась! Теперь отправляйтесь с картридж к мегамозгу. Вам нужно выбираться отсюда. Тогда мы пойдем на крышу. Любимая, жди здесь. Правильно, Вудбридж. Открывай этот электронный музыкальный пульт управления лестницей к пепелацу. Написано 7.0.108. Я думаю, что это радиочастота. Попробуй вернуться к мегамозгу, и слева есть радио, послушай эту мелодию, наверняка это и есть код к управлению этой лестницей, к пепелацу. Я понял. Устанавливаю 7 и 108. Постараюсь запомнить мелодию. Молодец, Вудридж. Ну что, запомнил? Вроде бы да. Ну тогда вперед к пульту управления. Набери правильный код.
Лестница срабатывала. Что-то не получается, она исчезает. Попробуй снова. Лестница снова исчезает. Попроси свою картридж, чтобы она повернула рычаг, когда ты активируешь лестницу с пульта. Картридж, поверни рычаг, когда появится лестница. Скажешь, когда. Поехали. Снова набираю код. Картридж, поворачивай. Готово. Супер. Вы молодцы. Ну, теперь забирайтесь в пепелац. Я поздравляю тебя, Вудбридж. Спасибо, процессор дрон. Картридж, ты меня любишь? Ага. А ты меня любишь? Ага. Ну, полетели. На этом заканчивается это замечательное путешествие маленького Вудбриджа в городе Машинариум. Друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте уведомления о новых видео, не пропускайте новые сюжеты. С вами был Андрей. На канале будет еще много интересных видео. Спасибо всем большое за внимание и просмотр. И до новых встреч. Увидимся в новых обзорах.